Вечер в хату. У меня есть один мой самый любимый мультик, мультсериал, который я пересматривал очень много раз. «Аватар. Легенда об Аанге». У меня есть очень большой холст, как вы видите, он очень большой. И я сегодня хочу нарисовать очень большой портрет «Аватара Аанга». Мне нравится этот мультик, и он очень классный, но супер крутой. Если вы не смотрели, то посмотрите, потому что реально я его пересматривал просто от начала до конца, там очень дофига серий. Ну, сегодня мы нарисуем «Аватара Аанга» на очень большом холсте акриловыми красками. Ну и давайте начнем. Я уже беру свой холст и начинаю рисовать набросок. Да, я прогнулся под этим обществом художественного давления, и мне пришлось начать рисовать наброски, потому что... Ладно, я шучу. Обычно я не рисую наброски, но тут пришлось, потому что это холст и это краски. Я вообще красками почти никогда не рисую, потому что, во-первых, это очень долго, и, во-вторых, мне очень лень, и, типа, в-третьих, потому что, во-первых... Но обычно, когда я рисую красками, то я делаю набросок карандашом, потому что сразу красками рисовать очень сложно, это потом сложно исправить, вот. Поэтому тут как бы без этого никуда. Приходится вот идти на такие жертвы. Я обычно трачу не очень много времени на набросок, потому что в итоге его все равно не видно, и, типа, зачем вообще на это тратить время, если это будет не видно, поэтому на это время мы не тратим. Очень многие художники тратят много времени на набросок, но потом первым же слоем краски вы просто весь набросок перекрываете, и особо в наброске не было смысла, потому что вот я просто закрасил. Я просто закрасил общим цветом кожи все лицо, и все, как бы наброска уже не видно, поэтому смысла от него особо и не было. Но я не беру себя сучить, потому что я особо не умею рисовать, это как бы видно, и вот я просто рисую для себя, поэтому если вы не согласны с моей точкой зрения, то напишите комменты, чтобы было больше, а так в принципе можете не воспринимать меня всерьез, потому что я не знаю, о чем говорю, просто делаю так, как мне удобно. И делаю все просто по интуиции. Вот, как вы видите, я все закрыл одним цветом и заново уже делаю набросок, сразу кисточкой, сразу красками, просто намечаю, где находятся глаза, где находится нос, где находится рот. Короче, все это намечаю сразу красками и кисточкой, поэтому вот, на карандаш особо времени немного не трачу. И в принципе, вроде бы все художники, профессионалы, которые, они сразу рисуют все кисточкой с красками, вот, но чтобы было легче, можно сделать набросок и карандашом. Вообще сейчас на камере, на видео я вижу, что у него очень криво расположены глаза, то есть у него они прям очень перекосились, и левый глаз слишком низко расположен, правый вроде бы нормально, но левый просто упал в осадок, упал на дно, там же, где мои просмотры, вот, поэтому левый глаз нужно было бы и поднять, и холст очень большой, у меня комната очень маленькая, и я не смог это уследить, потому что если вы рисуете, а если нет, то теперь вы будете знать, что в рисунке вот, в живописи, в красках, короче, важно отходить от рисунка и смотреть сдалека, потому что на живопись нужно смотреть сдалека. Вот так мне говорили в художке, пока я ходил туда один год. И как вы можете, кстати, заметить, все просто преподаватели меня побьют палками. Я рисую пальцами, потому что, ну, пальцами прикольнее. Типа, ты чувствуешь текстуру краски. И вообще, в чем смысл рисования? Просто для удовольствия, поэтому я получаю максимальное удовольствие. Я беру краску и размазываю ее пальцами. Поэтому отошли немного от темы, но если вы хотите рисовать пальцами, то просто берите и рисуйте пальцами. Конечно же, потом нужно будет мыть руки, чтобы ничего больше не вымазать, но главное — ваше желание. А если вы желаете потрогать все пальцами, то как бы нельзя себя удерживать. Так вот, в процессе рисования нужно отходить далеко, чтобы посмотреть на свою работу, чтобы видеть какие-то недостатки, потому что мольберт, холст большой, вот, и ты сблизи не видишь какие-то недостатки, потому что тебе все очень близко, и кажется, что все круто, классно, зашибенно, вот. Но если отойти издалека, посмотреть на общую картину, то можно заметить, что, типа, один глаз низко, другой глаз высоко, другой, типа, там, ухо отвалилось. Короче, все недочеты можно увидеть. Также, если у вас маленькая комната, то вот такой вот лайфхак — снимать все на видео, либо на камеру, делать фотографии периодически, и будет тоже видно все недостатки. Вообще, если вы смотрите мои видосы, то вы можете знать, что я рисую всякую херню мультяшную, вот. И такие рисунки, типа, красками. Это не назовешь живописью, но это ближе к живописи. Сложно это назвать живописью, да, окей, соглашусь. Ну, в общем-то, да, я решился порисовать красками более такое что-то похожее на реализм. Короче, это не реализм, это, короче, вот такая вот мультяшная живопись. Вот так вот это можно назвать. Создаю новые стили в рисовании. Так вот, у меня уже, наверное, почти год или чуть-чуть меньше стоит этот холст, вот в углу комнаты просто стоит, смотрит на меня, плачет, просится, чтобы я на нем что-нибудь нарисовал. Я почему-то решил на нем порисовать. Вот так вот мне глаза кинулись, и желание возникло. Возможно, между нами проскочила искра, и именно поэтому я сейчас рисую на этом холсте. Кто его знает? Никто. Я подумал, что я могу нарисовать, и я вспомнил, что я очень люблю этот мультик, мультсериал «Аватар. Легенда об Аанге». Мне он очень нравится, я его пересматривал просто кучу раз, мне он очень сильно нравится, и вот тут, кстати, произошел обрезок видео, и мы перешли уже ближе к концу, я не знаю, почему я вырезал этот момент с фоном, в общем-то, фон был сначала очень прикольный, но сейчас какой-то очень странный наряд, и персонаж теряется,
отражается на нем. Поэтому я пытаюсь его всячески выделить темным цветом, но какой-то цвет говна у меня получился. И, в общем-то, лучше бы я это не делал с каждым шагом. Делаю все хуже и хуже, но пытаюсь не сдаваться. И, кстати, хочу заметить, что я поднял этот левый глаз, и вроде бы он теперь на месте почти. Он немного, конечно, не на том месте, но вроде бы теперь не так это сильно бросается в глаза, и кажется, что лицо нормально получилось. Так вот, я вспомнил свой любимый мультик, вспомнил своего не то что любимого персонажа, просто такой более узнаваемый персонаж из этого мультика, потому что он в названии мультика, и я решил, что нужно рисовать именно аватара. И недолго подумав, я понял, что да, это я и нарисую, и в принципе сейчас вы это видите, потому что я это все-таки рисую. Поэтому, если вы не смотрели этот мультик, то советую посмотреть, он очень интересный, хотя, возможно, он покажется кому-то неинтересным, либо очень предсказуемым, каким-то наивным. Вот, возможно, мне он таким кажется через время, потому что я его посмотрел уже раз 5 целиком. Вот, но все равно, каждый раз, каждым просмотром я какие-то новые моменты для себя выношу, потому что там на самом деле можно найти очень глубокий смысл, там всякие разные захваты, власти, короче, очень похоже на то, что происходит в мире. Вот. В итоге там, конечно, аватар побеждал, но в мире не так происходит, но ничего страшного. И я никогда почти не рисовал акрилом прям большие работы, потому что я обычно рисую гуашью. И, кстати, я могу вам показать свои большие работы гуашью. У меня было очень давно видео, но как бы уже прошел почти год, поэтому могу вам с новыми эмоциями, с новыми силами это все показать и рассказать. И если вам интересно посмотреть на мои большие рисунки гуашью, то напишите в комменты. И, наверное, я такие прям большие холсты никогда не рисовал акрилом, потому что вот я сейчас все-таки вспоминаю, и максимальный большой холст акрилом, это было что-то типа размера А4 или немножко больше, и на больше мне не хватало, и потому что мне было жалко красок, потому что они очень дорогие, но сейчас я понял, что не в деньгах счастье, и краски рано или поздно засохнут, потому что у меня уже краскам очень много лет, и я их до сих пор не использовал, и я понял, зачем их беречь, если их все равно никогда не использую, и нужно их тратить. И, наверное, мне изначально палитра цветов нравилась больше, потому что в итоге в конце работы у меня все ушло в какой-то более оранжево-красный цвет, и фон и персонаж получился таким теплым оранжевым, и я думаю, что это не очень хорошо, потому что персонаж и фон очень сильно слились друг с другом, и, возможно, через какое-то время, там, через месяц, через пару недель я посмотрю на эту картину, искусство, этот арт-объект, и пойму, что нужно было что-то сделать по-другому, но в данный момент то, что получилось, то и получилось, к примеру. Вот, тут я опять использую руки, а тут я решил нарисовать глаза. Это был вообще полный кринж, я решил этот момент вырезать, потому что получились косые глаза. И, возможно, через время я поправлю фон, сделаю его другим цветом, возможно, что-то еще перерисую в этой картине, но пока что оставлю это так, глаза сейчас дополню и покажу вам конечный результатик. Оно не влазит в кадр. Сильный бардак, я хочу быстрее доснять это видео, чтобы уже наконец-то я мог убраться в комнате, и еще у меня работа, поэтому пока у меня обед. Я снимаю видео, и вот такая вот картина у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось это видео. И вообще, пишите, короче, в комменты что-нибудь. Ставьте лайки, либо дизлайки, и просто проявите большую активность под видосом. И всем пока!